Дорога в аэропорт. Так, Наташа, на любимая, когда мы едем в аэропорт. Так. Можно? Сейчас я включу. Наберитесь терпения. Вот. Первоутренний луч, дорога в аэропорт. Ленинградка летит, летит, белый Range Rover Sport. Я в мыслях о будущем, под звуки Отиса Рединга. Знаю жизнь, сплошная полемика. 501 лошадь, любит покушать. Тихо-тихо, она меня игнорирует. История о том, как Чиха плохо в Копенгаген полетели. Сразу в минусе на миллион. Выглядят они. Кажется, очень. Что-то у нас очень денег мало. Связали с евро. Фантазии не хватило, ребят. Я планирую, что мы уедем с тобой со словами, что что было в Копенгагене, останется в Копенгагене. Это ощущение, что мы находимся в каком-то большом Хогвартсе. Момент, когда, наверное, надо было поделиться всем этим замечательным днем, но нет. На это просто нет сил. Ты же на инкопенсионерка.
мандаринку, пенсионерка. День два. Около нашего, в общем, отеля находится вокзал. Мы решили его осмотреть. Очень хочется найти платформу 93/4. Не могу успокоиться. Просто Копенгаген решил нас сдуть сегодня окончательно. Мы думали, что вчера все было плохо, но нет. Вчера все было очень хорошо. Наверное, поэтому здесь нет людей на улице. Так и бывает. Леголенд. Мне только что эта женщина сказала, что Лего родилось в Копенгагене. Да, но зимой он не работает, Леголенд. Мы приедем сюда летом. Кажется, мы вернемся в Копен. Конечно, только когда будет тепло. Повторить на камеру. Наташа, Наташа, почему мы стоим и такие волосы вперед? Did you learn Russian already? No, I just thought... Женщина, которая хочет здесь и сейчас. А именно, вот это сосисич, вот она, вот это, вот она. Он день три. Все я замечательно вместе. По-прежнему синие. Побраться, окробаться. Абсолютнейший пустой аэропорт, настолько пустой, что действительно приходит мысль, может быть, какая-то делегация экстрасенсов отменила билеты, а мы просто не знаем об этом, потому что нет вообще никого, ни одной живой души. О, кто-то есть, а нет, Наташа. Продолжаем путешествие по абсолютно пустому аэропорту. Наташа, Наташа,
Дед, о господи, мы прекращаем наш репортаж, в горочку едем. Как прозевать посадку самолета, чтобы приехать за 3 часа. Ну, приехать, да, 3 часа в аэропорт. Боже, мы умеем практикуем. Так оно и бывает. Мы приехали. И, наконец, приехали. И снова мы приехали куда? В абсолютно пустой терминал. Туру-турум-турум. Снова мы единственные люди. And then he said, let the dead bury the dead. I just moved to the courts. My daughter's a genius, but daddy's a bastard. Now take the red or the blue.